Rusland probeert voortdurend haar buurlanden te destabiliseren. Die hulp aan Abchazië is hier maar één voorbeeld van. Ik bedoel, de laatste paar jaar opent het journaal elke dag met wat voor oorlogsmisdaden de Georgiërs nou weer hebben begaan. Of wat voor een rommeltjes in het parlement in Oekraïne. Of hoe slecht de Russen in de Baltische landen worden behandeld. Hiermee worden kijkers warm gemaakt voor een uitbreiding van Rusland. Mensen worden geïndoctrineerd. En wat mij in de laatste 3 jaar is opgevallen, dat Russen een steeds meer anti-westerse toon aanslaan. Ook vrienden. Het verbaast me niks als je elke dag zo'n journaal ziet. Poetin noemde het uiteenvallen van de Sovjet-Unie ooit de grootste geopolitieke catastrofe van de 20e eeuw. Zo zien Russen het. Ze hebben geen vrijheid gewonnen, nee. Ze hebben land verloren. Ik denk dat de laatste 20 jaar een soort anomalie, een soort van uitzondering is geweest. En ik denk ook niet dat je kan zeggen dat Rusland op dit moment opeens heel erg agressief wordt en opeens zijn invloedssfeer uit wil breiden. Dat is altijd zo geweest. Dit is meer een herstel van die invloedssfeer. En ik denk dat in Europa en in Amerika we er misschien maar aan moeten wennen dat Rusland sinds vorige zomer weer terug is in zijn oude rol. En dat het ook helemaal niet snel gaat veranderen. En misschien ook helemaal niet gaat veranderen. Много. Мы сюда приехали к друзьям. Разделить их радость. Радость их победы. И приглашенные их правительством, мы как на парад, на праздник в общем, их праздник. Потому что наши казаки помогали им тоже защищаться от противника. Когда? В 90-м? Да, и всегда, когда надо. Потому что друг тот, который приходит в беде, это друг. Но друг, который делит с тобой радость, радость и беду, это настоящий друг. А как вы думаете, что в Западе они так очень боятся России, что они думают, будет новая холодная война? Я думаю, русских не надо бояться. Ими надо бояться. Еще за правое дело. Победа над врагом была одержана совместно с добровольцами из республик Северного Кавказа, Приднестровья, казаками Юга России и стран бывшего Союза. Вечная память героям, отдавшим свои жизни за честь, свободу и независимость нашей Родины. Поздравляю вас с Днем Победы и Независимости. Ура, товарищи! Ура! Рано, рано, ты вот добрать, а за нее
Dat die Abchaziërs blij zijn, snap ik wel. Maar waarom drinken en dansen die Russen? Omdat Abchazië nu een onafhankelijk land is? Of omdat ze weten dat het eigenlijk een deel van Rusland is geworden? Аллея славы, где похоронены сыны и дочери Абхазии. Здесь похоронен мой родной старший брат. Здесь в Сухуме? Он погиб на подступах к Сухуму. Здесь все ребята, те, кто погибли, все погибли, отдавая жизнь за родину, за нашу. А вы тоже воевали? Да. В Сухуме? Да. Вы вряд ли найдете кого-нибудь известно из молодых ребят, которые не воевали и которые не принимали участие. А еще знаете? Конечно, я тут практически всех знаю. Покажите. Это вот молодой парень, ему было 23 года, когда он погиб от гулагера. Все. Так что вот так. Это что-то новое, я видел, что вы... Вот сигарета. Это сигарета прикуривается в память о том, что он есть. Мы не считаем... Это как традиция, да? Это как традиция. Мы берем стакан воды, спиртного, неважно чего, поливаем могилу и ставим ему в память. Мы думаем, что они чувствуют это все. Мы надеемся, что они это все видят. Кто-то решил, что похоронить у себя, там, на кладбище похоронили. А здесь это место, куда приходят наши дети, куда приходим мы, где мы чувствуем, что вот эта цена, которую мы заплатили. Я она погибла! Вот эта цена. Зато сейчас независимость, да? Может быть, благодаря этих людей. Благодаря. Ну, просто обидно нам, конечно, то, что... Вы меня пропустите? Пожалуйста. Это я за все сделала. Виновата я. Ребята, здесь похороните меня. Ладно. Спасибо вам большое. Удачи вам. У меня сын раненый. Надо было сказать с праздником, но может быть такое место, что... Я вас с праздником беру. С праздником. Она меня любила. Всего доброго. До свидания. До свидания. Вот здесь мой святок. У могилы. Я мой сын. Потерял свою жизнь. Любовь. И там меня похоронила, где шайба разрубила голову. Она меня всегда встречала. Мама, помою, мама, убери. По танковой части они погибли. Под мировом части. Где взрыв, мины. Я больная, да? Я контуженная.